Алло. Алло, алло. Раз, раз. А вот, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, Лина, я Алло. тебя слышу, вижу. Иван, я тебя не вижу. Так, это правильно. Сейчас, секунду, я тоже появлюсь. Так, всем здравствуйте. Сейчас буквально минутку я настрою экран и сделаем с вами известие и проверку. Все у нас хорошо. Ай-яй-яй, вот люди пишут, что жесткое эхо. Надо сюда срочно притащить массовку и цветы. Не, это у меня было, это было у Ага. меня со звуком. Я все уже настроил. Думаю, все сейчас будет хорошо. Так. Отлично. Ну что же. Так. Всем здравствуйте еще раз. Да, сегодня у нас аж третий уже вебинар из второй части курса по бизнес-процессам «Больше возможностей». 11 часов, и мы начинаем. Собственно, вебинар сегодня проведут Иван Малышев, компания 1SBitrix, и Ирина Фельдман. Лина Фельдман, компания MCR, золотой сертифицированный партнер. Рада всех вас приветствовать. Ура. Так, хорошо. Собственно, да, у нас чек стандартный. Давайте проверим, слышно ли нас и видно. Я посмотрю на наши ответы. Ставьте плюсики, если все хорошо со звуком и с картинкой. Отлично, пошли плюсики. Если у кого-то плохо, поставьте минусик. Мы посмотрим, но в целом все хорошо. Звук выставлен отлично. Спасибо вам за ответы. Считаем, что чек у нас сделан. Собственно, проверяем, включена ли у нас запись. Я ставлю у себя на компьютере, Лина, просто проверь, идет ли у тебя запись, чтобы у нас было с двух точек сделано, на всякий случай. Да, идет. Идет запись, хорошо. И стандартное наше напоминание, смотрите, у вас на экране, вы видите и нас через веб-камеру, трансляцию, и наши экраны, мы периодически себя включать, выключать, зависит от того, что кто будет говорить, но при этом вы сами управляете, насколько много вы нас можете видеть. Можете нас уменьшать полностью, можете раздвигать на весь экран, что вам больше комфортнее. Напомню, собственно, про наш формат. Далее. Маленький вопрос, тут вот идут уже вопросы, не сижу ли я в подъезде, то есть, видимо, людям все-таки мешает эхо. Нет, Лина не сидит в подъезде, у нее очень большая комната, и она в ней полностью одна. Так что нет, это не подъезд. Ну, соответствующая немножко акустика при этом присутствует. Собственно, давайте к цели обучения. Я напомню, что мы с вами проводим не просто один вебинар, а это целый учебный курс, и мы очень хотим, чтобы вы могли использовать как можно больше различных возможностей по автоматизации ваших бизнес-процессов, бизнес-процессов ваших клиентов с помощью PTX24. И, собственно, что нужно, чтобы научиться, нужно посещать все вебинары или просмотреть в записи, если не было возможности поучаствовать, и, конечно же, практиковаться. Самое главное – это пробовать. Если вы смотрите, вам кажется, что, в принципе, понятно, я это могу сделать, самое главное – попробовать сделать, у вас возникнут вопросы, и пока идут в вебинары, сможете прийти к нам и их задать. Это очень важно. И это уже вторая часть курса. В первой части курса мы проводили совсем для новичков. Она называлась «От идеи до реализации за 4 урока». Если вы к нам присоединились впервые, то и вам нравится эта тема, вы хотите научиться полностью создавать бизнес-процессы, пожалуйста, обратите внимание на первую часть курса. Она выложена в записи. Мы всем рассылаем после вебинара ссылки, где можно посмотреть. И у первой части курса она от того, как вообще проектируется бизнес-процесс, аналитики, ручка, что такое цикл, условия и так далее, и уже планы перетекают непосредственно в автоматизацию. Мы там по шагам рассказываем все основные возможности редактора бизнес-процессов, как делать цикл, как выбирать руководителей и так далее. Это все в первой части курса. Сейчас мы говорим уже более продвинутые вещи, даем более конкретные кейсы. Вот, и очень интересно, пожалуйста, поставьте плюсик те, кто участвовал в первой части, поставьте минусик вопроса, кто не участвовал, оценить, какая у нас аудитория, больше новичков или больше тех, кто уже с нами с первой части.
Примерно одинаково, плюс-минус, плюс-минус, хотя, может быть, даже минусов больше. Больше тех, кто с нами впервые. Да, вот еще раз повторю, если вам нравится эта тема, вы хотите развиваться, обязательно посмотрите запись первой части. Она очень, очень даст много понимать. Собственно, сегодня у нас вебинар третий, мы поговорим по объектам CRM. В принципе, БП по объектам CRM такие же БП, как и по другим объектам. Мы постарались подобрать вам примеры, которые ближе к теме именно объектов CRM. И, собственно, перейдем, еще небольшой анонс, прежде чем перейдем к теме, то, что плановая длительность у нас 1 час. Мы будем делать остановки, чтобы дать ответы на ваши вопросы. И, пожалуйста, по ходу их сразу задавайте. Мы, конечно же, не сможем ответить прям всем, вопросов очень много, мы не успеем их все прочитать, но постараемся по максимуму дать ответы, куда успеем, куда сможем, на что мы готовы и понимаем, да, ответ. И чем ближе они к теме вебинара, тем мы сможем больше вас проконсультировать. Да. Решать частные вопросы, когда что-то конкретно у кого-то не получается, в каком-то проекте будет сложно понять вопрос на рамках вебинара и дать ответ. После вебинара, конечно же, будут и записи, и материалы всем доступны. По поводу того, где делаются бизнес-процессы. Самый популярный вопрос на вебинаре, у нас много новых участников, я еще раз повторюсь, если вы используете Bittrex24 и у вас нет бизнес-процессов, скорее всего, у вас аккаунт, в котором их нет. В проекте Plus нет бизнес-процессов, они есть в команде и в компании. При этом, обратите внимание, есть демо-режим, вы можете включить у себя полные возможности даже в бесплатном аккаунте, использовать их. В том числе бизнес-процессы. Если вы уже включали, то повторно нельзя включить. Он включается один раз на 30 дней. Но вы можете сделать себе новый аккаунт в сервисе Bittrex24 для обучения, включить там бизнес-процессы, демо-режим на 30 дней и проделать те примеры, которые бы хотелось попробовать поэкспериментировать. Собственно, я организационную часть закончил, собственно, с удовольствием передаю слово Лине и переключаю ей трансляцию. Так, ну, рада всех приветствовать еще раз, конечно. Иван нас представил, но главные действующие лица здесь, разумеется, вы, уважаемые наши слушатели. И давайте перейдем к нашим бизнес-процессам. Значит, что мы сегодня узнаем с вами? Мы посмотрим 4 бизнес-процесса, даже забегая вперед, скажу, что, так сказать, 4,5, почти 5. Вот, они скомпонованы по принципу от простого к сложному. Ну и давайте начнем. Значит, небольшая напоминалочка, где у нас живут бизнес-процессы. Бизнес-процессы у нас живут на вкладке CRM, настройки, автоматизация, бизнес-процессы. Автоматизированы у нас могут быть следующие сущности. Лид, контакт, компания, сделка. Ну, давайте рассмотрим такой бизнес-процесс на лиде, как клиент устал ждать. Что это такое? Ну, наверное, всем хорошо известен анекдот. Доктор, меня никто не слышит, на меня никто не обращает внимания, заходите следующий. Ну, конечно, это все хорошо в режиме анекдота, но для компании некачественно или не своевременно обработанный лид, это, ну, без преувеличения, можно сказать, это гвоздик в гробик этой самой компании. Чтобы этого избежать, вот был разработан такой небольшой бизнес-процесс, который запускается на создание лида. Лид создан, сразу же запоминается его статус, и если статус не поменялся через 5 минут, то ответственному за этот лид, а также, может быть, и его начальнику, высылается уведомление, что «Алло, товарищи, клиент устал вас ждать, займитесь, пожалуйста, им». Значит, вот у нас схема этого процесса, и давайте приступим к его реализации. Калина переключается, я хочу дополнить, чтобы обратить внимание, мы вам все показываем примеры академические, то есть они направлены, чтобы продемонстрировать техники автоматизации. Мы вам не демонстрируем, как нужно обрабатывать конкретно лиды. У каждой компании свои бизнес-процессы, свои примеры, свой опыт, и мы показываем очень упрощенно. Нам часто слушатели говорят, а вот там еще можно вот это сделать, или а как же еще 5 условий? Конечно, можно развивать эту тему всегда. Смотрите, как ваш процесс, мы показываем примеры. Как решать задачи, в принципе, в редакторе бизнес-процесса?
Ну, это же очень хорошо, что слушатели дополняют. Значит, что называется, вошли во вкус и процесс пошел. То есть это всегда добрый знак. Ну, давайте продолжим. Значит, вошли в список шаблонов лидов. Добавляем новый шаблон. Сразу надо подумать, как он будет работать. У нас он будет работать на добавление. Называем мы его так, как мы только что договорились. Клиент устал ждать. И что нам понадобится для этого бизнес-процесса? Давайте вспомним. Записали статус в переменную. Значит, нужна переменная. В параметрах шаблона переменные. Задаем переменную. Первоначальный статус. Дальше надо подумать. У нас есть статус в текстовом режиме и идентификация статуса, некое число, которое хранится в системе. Здесь мы можем выбрать все, что угодно. Я решила, что мне понятнее, мне привычнее с точки зрения вот пользователя, мне сравнивать именно текстовую строку. Поэтому я здесь оставляю тип строка, но надо помнить, что писать туда следует, соответственно, тоже строку. Сохранила переменную. Далее, значит, мне нужно в эту переменную записать значение. Для этого мы обращаемся к блоку «Прочие», «Изменение переменных». Заголовки действий, они, в общем-то, ни на что не влияют, но лучше их делать предельно понятными, предельно конкретными, чтобы потом легче было обращаться к результатам действий, если это нужно, и вообще, чтобы было легче разобраться. Пишем запись статуса. И поскольку у нас поле текстовое, сюда мы заносим тоже статус текст. Вот, кстати, можете обратить внимание, какие еще поля сущности CRM доступны в бизнес-процессе. Их тут очень много, большинство из них будет нами использовано. Но вот, значит, пока используем статус текст. Записали, сохранили. Что мы делаем дальше? Дальше у нас по плану пауза 5 минут. Ищем паузу. Вот у нас пауза. Значит, блок пауза. Какой он может быть? Его можно выставить до определенного времени, можно выставить на промежуток. Мы делаем некую упрощенную схему. Ставим паузу 5 минут. Пишем. Пауза 5 минут. Далее нам нужен цикл, который нам организует проверку, поменял ли лид статус. И будет у нас этот цикл вертеться, пока лид статус не поменяет. Цикл у нас живет в блоке конструкции. И цикл работает по принципу «пока условия действуют». Пока у нас условие значения переменной первоначальный статус равно текущему текстовому статусу. И до тех пор у нас будут выполняться все те действия, которые вот у нас будут вот в этих вот этим пунктиром отделены. Значит, нам нужно... Пауза 5 минут у нас уже была. Нужно послать уведомление ответственному за лид. Отправитель у нас уведомление. Ну, пусть будет отправитель, создатель лида. Получатель уведомления. Ответственный за данный лид. И, собственно, вот такой вот текст. Лид. Дальше его название. У
У вас может быть любое другое уведомление. Я это делаю для примера. И теперь еще вот такой вот момент. Конечно, хотелось бы сразу перейти по ссылке, на которую указывает, то есть перейти к этому лиду на момент получения уведомления и сразу бы его обработать. Для этого мы делаем вот такую конструкцию. Вначале добавляем равно и дальше путь к лиду. А здесь мы эту скобочку закрываем. Значит, как найти путь к лиду? Сохраним, чтобы у нас не пропали никакие наши изменения. Применим. И дальше посмотрим, где у нас живут лиды. Открываем любой произвольный лид. Вот у нас путь к лиду. CRM, лид, шоу. И дальше идентификатор этого лида. Поставим мы в уведомление. CRM лид шоу. Дальше здесь нам доступен тоже идентификатор этого лида. Вот он самый первый. И если мы сделали все правильно, то мы должны получить через 5 минут красивую ссылочку уведомления. Ну, давайте еще поменяем секунд. Пусть будет уведомление ответственно. Пока лид не поменяет статус. Значит, если все осталось так же, то, по идее, нужно сделать еще паузу в 5 минут, то есть дать ответственному время среагировать. Еще раз рисовать блок паузу как-то не хочется, можно перенести ее в мои действия и отсюда скопировать. Проверяем параметры, все ли у нас хорошо. Сохраняем бизнес-процесс и давайте попробуем его запустить. Я создаю тестовый лид, ответственным за него буду я. Например, тестовый ожидающий. Он у нас, конечно, еще не обработан. Ну, вот здесь множество полей, но они все, к счастью, не обязательны, так что для теста мне достаточно присвоить лиду название. А вот, собственно, значит, лид у нас создан. Бизнес-процесс должен был запуститься на его создание. Давайте посмотрим, произошло ли это. Пожалуйста, все произошло так, как мы и рассчитывали. Бизнес-процесс запустился, он у нас выполняется. Но поскольку первым действием у нас стоит пауза, непонятно, выполняется ли он или произошла какая-то ошибка. Давайте посмотрим журнал. В журнале у нас значится следующее. Пауза 5 минут. То есть пока все идет по плану, пока все идет так, как мы и рассчитывали, и пока оно идет, у нас есть время поотвечать на вопросы. Иван, вам слово. Да, я здесь. Собственно, вопросов было не так много. Коллеги активнее. В этот раз вы прям молчите, обычно нас уже засыпает. Вот Денис задал только что оригинальный вопрос, что здесь происходит. Мы здесь делаем бизнес-процессы для CRM. Собственно, вопрос был ранее, потому что это достаточно такой концептуальный по работе с BitX24. Он звучит следующим образом. В какой момент проект-задача становится бизнес-процессом? Это очень хороший вопрос, но в плане понять, как устроен BitX24. Ни проект, ни задача не становится бизнес-процессом. Бизнес-процесс сам по себе, задачи проекта сами по себе. Давайте немножко поговорим в рамках BitX24. Что такое задача? У нас есть, например, такая сущность задачи. Их можно ставить друг другу, ставить самому себе и так далее. Можно создать группу и в них ставить задачи. Это, по сути, проект. Есть отдельно такая вещь, как задание бизнес-процесса. Это немножко другая история. Это не задача, это когда бизнес-процесс стоит и ожидает некоторого действия от пользователя. Он что должен сделать? Ознакомиться, согласовать, выполнить какое-то действие и так далее. Это задача бизнес-процесса. И вы можете организовывать работу как по какому-либо, значит так, вы можете автоматизировать работу полностью с помощью бизнес-процесса как такового. К примеру, обработка лидов. Да, у вас есть лид, и
все, что с ним происходит, вы можете его встать, запустить бизнес-процесс. На прошлом уроке мы делали обработку коммерческих предложений, которые входят в компанию. Вот делают вам звонки, не хотите ли обучить вашу компанию на английском языке. Или там присылают на e-mail секретарю. Наша компания готова представить вам скидку на закупку констава. Что делает секретарь? Он собирает дизельки и запускает бизнес-процессы на портале. Дальше ответ люди принимают решение, это нужно, не нужно, отложить или, о, интересно, мы это возьмем. Там нет, по сути, никаких задач, есть список, и по нему запускается бизнес-процесс. У вас может быть проектная деятельность, вы делаете там задачи, но по задачам нет бизнес-процесса, да, они есть по спискам. Тогда вам нужно из бизнес-процесса вы можете ставить задачу. То есть бизнес-процесс идет, и он стоит, потому что он поставил задачу такому-то человеку ответственному, и пока задача не будет выполнена, бизнес-процесс дальше не двигается. Ну и так далее. Поэтому это, то есть, поработав с системой BTX24, можно разобраться, какие есть объекты, и если вы занимаетесь автоматизацией, хотите автоматизировать с помощью бизнес-процесса, здесь нужно понимать, да, то есть, по каким объектам вы это можете сделать. Значит, так, Марк Киселев спрашивал про демо-режим и демо на период обучения. И развивают виртуальные сервера. Марк, развивают виртуальные сервера – это целый проект для нас. А зарегистрировать демку, ну, то есть зарегистрировать бесплатный портал новый, включить там демо-режим, мне кажется, очень просто сделать, и это гораздо эффективнее будет решение задачи для обучения. Так, что еще я видел, на который мы не ответили. Как сделать бизнес-процесс за 5 минут до окончания рабочего дня, сообщить сотруднику? Завершить рабочий день. То есть, ваши коллеги забывают закрывать рабочий день, да? Понятный вопрос. У бизнес-процесса есть ожидание, и ожидание можно делать по времени, если я правильно помню. Ирина, скорректируй меня. У нас действие, пауза, оно ставится на конкретное время, а не по таймеру. Да, на конкретное время, но тут этот бизнес-процесс, надо важно запустить его каждый день с утра, чтобы он там в 16:45 или 55, чтобы по большому что-то счету, сообщил. Грубо, это бизнес-процесс, который запущен всегда в цикле, где есть пауза, которая отрабатывает у вас там, ну, собственно, в ваше время, 17:45, к примеру, да? Но это странный бизнес-процесс, который запущен всегда, если это будет на каждого сотрудника, вы будете очень сильно нагружать ваш портал, общество пустое. Мне кажется, такие вещи больше административные, ребят. Не забывайте, пожалуйста, закрывать рабочий день. Кстати говоря, стоит посмотреть в настройки штуки с уведомлениями, которые, где кнопочка старта и пауза рабочего дня, совершенно может, в принципе, есть напоминание. Я сам не пользуюсь, могу бы там даже и не знать. Вот. Мы, в общем-то, закрываем обычно стартуем рабочий день сами, без напоминаний. Так, сейчас посмотрю, что еще появилось нового, пока я вам отвечал. Иван, вы молодец, вы, значит, заполнили нам эфир ровно 5 минут, вот мы получили наше замечательное сообщение. Рецессор ожидающий, устал ждать. Мой экран видно? Да. А вот давайте попробуем перейти, посмотрим, правильно ли мы сконфигурировали ссылку. Прекрасно, мы правильно сконфигурировали ссылку, все хорошо, вот мы перешли на наш тестовый ожидающий лид. Ну, давайте ему поменяем статус, то есть мы проверили работоспособность, нет, я не знаю, можно оставить, он тогда будет блямкать, значит, каждые 5 минут, это достаточно весело наблюдать, но может помешать в работе. Давайте поменяем ему статус. Статус на... назначен ответственный, например, вот так. Ну, друзья мои, это победа, это первая наша победа. Можно продолжать? Да, я буквально еще сейчас пару моментов и пойдем дальше. Коллеги, вопросов много, я постараюсь в процессе дать ответы текстом или в следующей паузе. Еще один момент. Я спрашиваю, бизнес-процесс – это задача, повторяющаяся периодически, так ли это? Не совсем или даже скорее совсем нет. Я вижу по такому вопросу, что вы точно в нашей первой части вебинара не участвовали. Ребята, еще раз очень важно. Мы очень подробно для новичков рассказывали, что есть бизнес-процессы, как они работают, что такое алгоритмы их работы, как их проектировать, аналитики и дальше реализовывать. Это очень важно. Я сейчас не буду тратить просто время эфира
И все, кто смотрит вебинар, чтобы вам подумать на вопрос, он уже просто есть. И там целых два вебинара мы рассказываем, что такое бизнес-процессы. Я думаю, будет просто более эффективнее, чтобы вы посмотрели, ну и в силу такого возникают такие вопросы, что есть бизнес-процессы. Посмотрите первую часть, один-два вебинара вам позволит составить очень хорошую картинку. Да, а мы поедем дальше. Лина, тебе слово. Угу. Ну, дальше у нас весьма интересный процесс скоринг. Скоринг – это оценивание. То есть лид поступил, мы не оставили его без внимания, мы назначили ему ответственного. Ну, конечно, интересно бы оценить, насколько перспективен этот лид. И уже выработаны у компаний, у опытных, которые давно с этим работают, уже выработана некоторая система оценивания перспективности этого лида. Ну, например, если лид пришел с бесплатной почты, то, скорее всего, он какой-то несерийный, то есть не очень перспективен. Есть другие всякие факторы, влияющие на некую оценку, и оценка – это вероятность заключения в последующем сделке с этим лидом. Мы рассмотрим с вами малую часть вот этой оценки, связанную с бесплатной почтой, то есть мы будем анализировать мейл, с которого пришел лид, и если он относится к бесплатному домену, вот тут перечислено несколько, вы можете потом дополнить еще, механизм будет вам уже известен. Вот. И, значит, если лид пришел с бесплатной почты, то оценка, вот это вот поле оценка, оно автоматически будет уменьшено. Ну, мы здесь условились, мы его уменьшаем на 5 баллов. Можно понижать на балл, можно на 10, то есть вы сами у себя внутри компании выберете систему оценивания. Вот я вижу тут вопрос по существу, что такое лид. Лид – это потенциальный клиент. То есть это еще не клиент, это еще не тот, кто обратился к вам в компанию, но тот, кто уже обратил на нее внимание. То есть это наметка, зацепка, которую можно потянуть, раскрутить, и из нее сможет что-то получиться. Вот наша оценка, она позволяет, значит, понять, стоит ли раскручивать или стоит ли раскручивать, но менее энергично. Ну, давайте попробуем, значит, составить бизнес-процесс. Это опять-таки у нас бизнес-процесс на лидах. Переходим в нашу любимую вкладку «Настройки», «Автоматизация», «Бизнес-процессы» и составляем новые, добавляем новый бизнес-процесс. Как он у нас будет работать при создании или при изменении? А, наверное, и при создании, и при изменении, то есть в любом случае нам эту оценку имеет смысл освежить. Скоринг. Дальше. Как я уже сказала, нам для этого бизнес-процесса нам уже недостаточно иметь переменную. Нам нужно иметь поле оценка, которое мы сможем потом просматривать. Чем отличается поле от переменной бизнес-процесса? Переменная бизнес-процесса существует столько, сколько существует текущий экземпляр бизнес-процесса. То есть по завершении бизнес-процесса его переменные, временные, будут уже недоступны. Нам нужно такое поле, которое мы сможем видеть перманентно, независимо от того, сколько прошло бизнес-процесса. Поэтому мы создаем пользовательское поле. Ну, давайте сохраним наш пустой шаблончик, но он нам еще пригодится. Сохраняем, переходим в настройки, попробуем сделать дополнительное поле. Настройки, форма отчетов, пользовательские поля. Нам нужно поле для лидов. Ну, вот у меня тут некий рояль в кустах уже, значит, припрятан. Поле оценка у меня уже создано. Вот посмотрите, что оно из себя представляет. Это некое число. Ну, у него выставлена сортировка. Вот, собственно, и все. То есть задача создания пользовательского поля, она достаточно немудрящая. Ну, вот у меня тут просят установить языковые настройки для этого поля. Я сейчас на нем заостряться не буду, оставлю как есть. Значит, переходим дальше к созданию нашего шаблона.
Давайте посмотрим на схемку, какая должна быть последовательность наших действий. Ага, вот первым у нас значится преобразовать массив e-mail в строку. Наверное, это не очень понятная фраза, значит, поясню, что из себя представляет e-mail нашего лида. E-mail – это прежде всего поле множественное, то есть адресов электронной почты у лида может быть несколько. Домашний, рабочий, корпоративный, там какой-то прочий, иной. То есть e-mail – это не строка, это массив, причем массив он сам по себе двумерный, в одном измерении содержится, собственно, адрес, а в другом – тип. Значит, чтобы вот в этом всем, так сказать, большом множестве вычленить нашу подстроку с нашим доменом, придется сделать некие преобразования. Вот. Ну, первым у нас ставится условие, содержит ли лид бесплатный домен. Мы будем, сбегая вперед, скажу, что мы это преобразование будем делать уже здесь. Дальше, значит, как у нас идет обработка условий? Обработка условий у нас всегда идет слева направо. То есть сначала у нас проверится это условие, потом это, потом, если мы имеем еще какое-то, проверится оно. У нас актуально нам условие только одно, чтобы у нас лид содержал бесплатный домен. А теперь как мы будем составлять это условие? Забегая вперед, скажу, что у нас есть поле документа e-mail текстовый. Которое содержит уже склеенную строчку из всех имеющихся почтовых адресов, перечисленных через запятую. И вот в этой текстовой строке мы уже можем искать содержание бесплатного домена. Дальше, поскольку у нас бесплатный домен не один, мы пишем или, то же самое e-mail текст. Содержит и перечисляем все, которые у нас тут вот в нашей схеме указаны. Яндекс.ру, Mail.ru, Gmail.com. Добавляем условия. Тоже или. Mail.ru. Вот такое у нас получается условия. И при его соблюдении мы договорились, что мы понижаем оценку на 5 баллов. Оценка у нас является полем переменной, поэтому с ней мы взаимодействуем через изменение документа. И здесь вот посмотрите, какой будет блок. Ну, декремент оценки назовем его. И далее, значит, берем наше поле оценка. И вот дальше у нас будет такая сложная формула. Обязательно вначале равно. Дальше берем целочисленное значение от этой оценки и вычитаем из него 5. А, значит, как нам узнать значение поля оценки? Оно у нас есть здесь просто в
списке полей. То есть вот как только у нас система поняла, что мы работаем с полем числовым, она нам автоматически вывела на экран только список числовых полей. Итоговая формула выглядит вот так, ее, к сожалению, целиком не видно. Вот я краем глаза заметила, там был вопрос, как увидеть длинную строку, потому что невозможно заполнять. Но здесь вот я прибегаю к некой хитрости. Вот формула выглядит вот так. Равно интвал, круглая скобка, дальше в фигурных скобках и равно документ двоеточие, дальше код нашего пользовательского поля оценка, скобки закрываются и минус 5. Таким образом у нас происходит декремент нашей оценки. Ну и, наверное, бизнес-процесс, который совсем ничего нам не говорит, всю дорогу молчит, это как-то и скучно, и подозрительно. Давайте сделаем вначале уведомление. Давайте вначале, чтобы понять, что мы не зря вообще это все затеяли, давайте выведем на экран почту и почту в текстовом виде. Ну, давайте для ответственного это все будем выводить. Массив e-mail. Здесь мы выведем, собственно, поле e-mail. Ну, вдруг я вас обманываю, оно и так, в общем, хорошая строчка, и это все, собственно, не нужно. А здесь мы выведем текст e-mail. И здесь мы выведем то самое поле, с которым рекомендую работать я. E-mail текст. Вот смотрите, чем она отличается. Здесь e-mail, а здесь e-mail с постфиксом printable. Вот, собственно, все. Сохраняем. Дальше у нас есть возможности. У нас скоринг, он и на создание, и на изменение. То есть мы можем создать новый лид, мы можем поменять какой-то старый, но мы можем в тестовых целях и принудительно запускать любой шаблон бизнес-процесса на любом из лидов. Вот у меня есть специально заготовленный лид, у которого встречается один из моих искомых доменов gmail.com, и я сейчас просто на нем принудительно запущу этот бизнес-процесс. Новый бизнес-процесс, скоринг. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот массив e-mail у нас что из себя представляет? Два массива. А вот что из себя представляет текст? То есть это некая строка, которую вполне можно анализировать, в которой можно что-то искать. Ну, вот у нас оценка уже она многократно декрементировалась, поэтому получилась вот такая. Ну, давайте прогоним бизнес-процесс еще раз, посмотрим, что действительно у нас декремент происходит корректно. Вот сейчас мы имеем оценку минус 65. Как она получилась, это сейчас не важно. Ну, совсем, видимо, какой-то неперспективный вид, антиперспективный. Но сейчас, если мы еще раз запустим, теоретически мы должны получить оценку минус 70, если у нас все правильно работает. Давайте попробуем еще раз. Оценка у нас стала минус 70, результат наш достигнут. Ну, в дальнейшем, чтобы нам не мешал этот бизнес-процесс, я его сейчас отключаю на создание, на изменение. Ну, все отработало так, как мы, собственно, и планировали. Есть ли по данному примеру какие-то вопросы? Вопросов, в принципе, очень много. Посмотри, пожалуйста, те, которые тебе покажутся наиболее понятными для ответа к теме, а я поотвечаю на те, которые я здесь отметил, и они могут быть более общими. Значит, вопрос от Андрея. Обратите внимание, что у вас есть раздел в редакторе бизнес-процессов, на список Activity, CRM, какой версии будет доступен нам? Как я уже говорил, это команда и компания. Да, то есть это два аккаунта, два тарифа, где есть бизнес-процессы в принципе. Соответственно, они там будут в том числе и по CRM. Значит, очень интересный вопрос. Мы, кстати, его обсуждали в том числе с Линой.
Спрашивает Екатерина, подскажите, планируется ли в ВП по одной сущности предоставить доступ к полям другой сущности? Это очень классный действительно вопрос. Мы часто и сами сталкиваемся и слышим такую потребность. Сейчас, к сожалению, такого готового Activity нету, но если у вас есть разработчик, который пишет на PHP, вы сами себе можете сделать Activity, который получит нужную вам сущность по ID-шнику. То есть у вас есть привязанная сущность, у вас есть ID. И можно сделать собственный Activity даже в облаке, который по этому ID-шнику будет дергать необходимые вам поля. И мы, к сожалению, такого примера вам не покажем, но это возможно. И наш следующий вебинар будет посвящен созданию собственного Activity, в принципе, и вы можете посмотреть, как это делается, или пригласить ваших разработчиков, чтобы посмотреть, как это делается, и назвали нужную вам задачу. Так, можно ли стандартными методами запустить бизнес-процесс и поставить задачу, уже из бизнес-процесса, спрашивает Вадим. Вы можете в бизнес-процессе создать сущность какую-либо, у которой на создание будет бизнес-процесс, который что-то делает, в том числе ставит задачу или что-то еще. Но поставить задачу бизнес-процесса можно, это для этого прям есть специальное отдельное действие. К сожалению, после того, как вы создали задачу, с ней уже нельзя ничего делать из бизнес-процесса. Можно или просто пойти дальше, или подождать, пока она закроется. Это был вопрос Александра. Можно ли какие-то данные вытащить? Уже, к сожалению, обратно вы вытащить ничего не сможете. Так, как по ходу понять, что задача выполнена? Бизнес-процесс сам умеет ждать выполнения задачи. Это спрашивает Вячеслав. То есть, когда задача завершается, там кнопка у нас есть «Завершить задачу», вот тогда бизнес это понимает и продолжает свою работу. То есть, вы это отдельно не программируете, сам портал это умеет делать. То есть бизнес-процесс связан с задачей, которую он ставил. Александр уточняет, почему нельзя делегировать БП своему начальнику. Ну, наверное, функция делегирования – это функция начальника, а не наоборот. И вообще функция делегирования появилась для чего? Если бизнес-процесс завис на каком-либо сотруднике, потому что он там уволен или что-то еще произошло, для того, чтобы была возможность как-то протолкнуть, может прийти начальник и его делегировать. Да, это, собственно, сделано для этого, нежели для того, чтобы сотрудники перекинули друг другу задание БП. Тогда странно. Если бизнес-процесс пришел к человеку, который, скажу так, его функция часто делегировать, это скорее неправильно спроектированный бизнес-процесс. Должен сразу попадать к тому, кто сегодня свободен или кто следующий, или там что-то еще, который должен задачу выполнять. Алексей уточняет по поводу изменения полей. Любое изменение полей в данном случае приведет к повторному запуску БП. Если у вас создан БП и он установлен на запускать при изменении, то когда вы через интерфейс как пользователь меняете элемент, запускается бизнес-процесс. Это верно. Но когда вы внутри бизнес-процесса изменяете поле, да, Лина, мы это очень много обсуждали и думали, как это правильно прокомментировать. Вот в текущем бизнес-процессе вы меняете собственное поле, естественно, бизнес-процесс не будет запущен снова, не будет зацикливаться. Так. Но он же у нас был настроен на изменения. То есть мы бы сейчас имели бесконечный цикл, конечно, если бы он запускался сам внутри себя. Антон уточняет, насколько сложный БП можно создавать? Можно ли создавать задачи параллельно нескольким сотрудникам, к примеру, для согласования? Первая часть вебинара, пожалуй, курса вам даст здесь полноценный ответ. Вообще у нас есть специальные готовые действия 5.24, например, для согласования. Утверждение документа. То есть вы можете сделать согласование 10 людьми, если там 7 из них проголосовали за, там, бизнес-процесс, допустим, одобрен, что-то еще там заложено, очень уже гибкие возможности, это первое. Прошлый вебинар мы показывали, как делать бизнес-процесс со статусами. Это вообще вам позволяет сделать огромный бизнес-процесс, показать то, что я в камере там, огромный, вот, где статус включает в себя под процесс, который может быть сколько огромный быть. Вообще-то здесь, наверное, вы не ограничены, и, мне кажется, сложность бизнес-процесса ограничивается нашим сознанием. Насколько мы можем спроектировать на листике сложный бизнес-процесс, не потеряя все условия перехода на назначение ответственных и реализовать его, нежели системой. Так, я ответил на все, что успел заранее отметить. Я вижу, что прилетело много новых. Я не буду сейчас их вживую читать, иначе это будет очень долго.
да, мы уже большую часть вебинара с вами прошли, мы пойдем дальше, по ходу постараемся отвечать. Лина, скажи, пожалуйста, есть ли что-то у тебя, на что ты хочешь дать ответы? Ну, вот те вопросы, которые мне прилетали, я уже поотвечала в текстовом режиме. Я вижу, что там периодически мелькает вопрос, что неважно, что мы изменили в данном лиде, а оценка у нас все равно будет понижаться. Вот это как раз как бы предисловие к следующему бизнес-процессу. Да, то есть точно. Уже слушатели уже мыслят в нужном ключе, что неважно, какое поле мы меняем, следовательно, нам нужно как-то понимать, не просто изменили ли мы сущность, но что именно мы в ней изменили. Точно, и вот об точно. Этом будет у нас следующий бизнес-процесс. Это отличный давайте... вопрос, значит, действительно, слушатели очень хорошо понимают. Да, в том примере действительно он не рассчитан на, ну, на боевое использование, мы продемонстрировали, как обрабатывать e-mail и делать понижение оценки. Только это. И тебе слово. Ну, на самом деле, в боевом варианте, конечно, это, наверное, симбиоз вот того процесса, который мы рассмотрели только что, и, скажем так, того механизма, который мы рассмотрим в процессе сейчас. Значит, мы уже пришли к тому, что нужно не просто понимать, что сущность изменилась, а что именно в ней изменилось. Изначально в бизнес-процесс приходит существующий ныне набор полей лида или сделки, там, или другой сущности. И что именно было до того, мы понять не можем. Для этого нам придется себя подстраховать. Но это я уже забегаю вперед, расскажу суть, собственно, бизнес-процесса. Бизнес-процесс – внимание руководителя. Идея его в том, что если сделка изменилась, причем не просто изменилась сделка, а изменилась конкретно сумма сделки, и эта сумма сделки, значит, превысила миллион, нужно сообщить руководителю сотрудника, что, внимание, у вас особо крупная сделка, проследите за ней, пожалуйста. Значит, как это можно сделать? Ну, вот здесь, собственно, на этом слайде вы видите то, что я только что озвучила, что мы имеем в сделке набор ее полей, и неважно, которая из них поменялась, мы имеем их статичными. Поэтому единственный способ реализовать это все – это делать два бизнес-процесса. Один на создание, а другой на изменение. Мы создаем поле, не переменную, а именно поле, разницу мы уже понимаем. Создаем поле «Предыдущая сумма сделки» и при создании сделки пишем туда некое значение. А при изменении мы, соответственно, сравниваем значение суммы сделки с нашим искусственно созданным предыдущей суммой сделки. Мы сравниваем, понимаем, поменялась ли сделка или поменялось некое другое. Если поменялось, мы осуществляем нужные нам действия и обязательно, независимо от того, поменялось, не поменялось, актуализируем сумму сделки. Опять-таки выполняем вот это же действие, запись в поле «Предыдущая сумма сделки». Ну, а говоря о предыдущем примере, здесь просто будет не сделка, а оценка, наверное. То есть, если оценка у нас уже прошла, декремент, или, например, будет пользовательское поле «Сделали декремент». И при запуске бизнес-процесса скоринг мы будем в это пользовательское поле писать там единичку, а в дальнейшем при изменении проверять, если в пользовательском поле сделан декремент, стоит у нас уже единичка, то декремент повторно делать не нужно. А в данном процессе вот речь пойдет о сделке, давайте приступим к реализации, так оно будет нагляднее. Значит, теперь мы переходим к бизнес-процессам на сделку. Значит, для начала нам нужно проверить, что у нас есть это пользовательское поле «Предыдущая сумма сделки». Ну вот опять-таки у меня некий рояль в кустах уже, не рояль, а рояльчик. Вот это вот поле «Предыдущая сумма сделки», оно у меня уже предварительно создано. Ну, соответственно, переходим к написанию бизнес-процесса. Как мы, собственно, и договорились, нужно, чтобы сначала у нас отработал процесс на создание сделки. Так. Запись первичной суммы сделки. Этот бизнес-процесс, он очень прост,
Он у нас представляет из себя всего одно действие. Мы в поле «Предыдущая сумма сделки» пишем просто значение ее суммы. Вот такая вот маленькая подготовительная операция. И теперь мы уже можем приступать к нашему основному бизнес-процессу. Значит, назовем его «Внимание». Внимание руководителю, он у нас будет работать однозначно при изменении. И, как мы договорились, первым блоком мы туда поставим условия. Поменялась ли сумма? Ну, поскольку у нас обработка условий идет слева направо, нам достаточно уделить внимание только этому условию, вот самому левому. В правом условии мы просто ставим «нет», и оно будет обработано, если мы не попадем вот на эту ветку. Значит, поменялась ли сумма? Как мы судим о том, что она поменялась? Поле документа. Предыдущая сумма сделки не равно полю сумма. Вот, собственно, у нас вот такое условие. И теперь нам нужно подумать, наверное, нужно предусмотреть ситуацию, когда сумма сделки, например, поменялась, но она была, например, 2 миллиона, а стала 1,5. То есть изменение-то, в общем-то, произошло, но сделка, так сказать, перевалила уже за миллион и осталась в этих же пределах. И, наверное, в этом случае уведомлять начальника не нужно. Поэтому мы добавляем сюда второе условие. И предыдущая сумма сделки меньше миллиона. То есть этим мы доказываем, что порог миллиона сделка перешагнула именно вот на этой итерации изменения. И, конечно, мы с вами забыли самое главное условие. Надо, конечно, добавить условие, что нынешняя эта сумма сделки, она больше миллиона. И вот тогда мы хотели уведомлять начальника, руководителя, ответственного за сделку. Для этого нам нужен блок «Выбор сотрудника». Вот так вот мы ищем руководителя. У нас начальник, значит, начальник нашего ответственного за сделку. Ну, резервным пользователем у нас будет, собственно, ответственный за сделку. Пропускать отсутствующих не надо, пускай работают. Значит, вот так вот мы нашли руководителя, и нужно, соответственно, отправить уведомление. Я здесь не буду делать уведомление для руководителя, потому что тогда мне придется авторизовываться от двух пользователей. Я просто в уведомлении для ответственного упомяну, об этом будет уведомлен также его руководитель. Значит, здесь при заполнении параметров доступен тот же механизм, что и в других текстовых редакторах. Ctrl-C, Ctrl-V мы можем копировать из поля в поле. Сделка об этом будет уведомлен ваш руководитель. И вот здесь ссылку на то действие, в котором мы вычислили руководителя, ответственного за сделку. Результаты действий у нас хранятся в блоке «Дополнительные результаты». Вот поиск
руководителя ответственного за сделку, выбранный сотрудник. Вот такой мы имеем бизнес-процесс, сохраняем. Ну и давайте вот сейчас пройдем, собственно, весь цикл. Сначала создадим сделку. Вот у нас сумма, предыдущая сумма, все поля нам наглядно выведены. Давайте сделаем, значит, тестовое на миллион. И сумму мы ставим меньше миллиона. Сохраняем. Вот она у нас тестовая на миллион. Вот сумма сделки. Вот предыдущая сумма у нас записалась, собственно, как мы и хотели. Теперь давайте попробуем ее изменить, синициировать ситуацию, когда у нас аппетиты клиента растут, он уже не хочет на 900 тысяч, он уже, например, хочет на 1 300 000. Вот сумма сделки поменялась, аппетит пришел во время еды, сохраняем. Вот мы получили уведомление. Внимание, тестовая сделка. Вот здесь все хорошо, а вот здесь хорошо, да не очень. Об этом будет уведомлен ваш руководитель, и дальше некие непонятные буковки и некие непонятные циферки. Ну, поскольку здесь в основном аудитория просвещенная, мы-то все понимаем, что юзер – это идентификация того, что речь идет о пользователе, а 18 – это, скорее всего, его ID, но простые пользователи портала этого могут и не понять. Давайте сделаем уведомление, пригодное для них. Давайте поменяем наш шаблон так, чтобы вместо user 18 мы здесь видели фамилию, имя человека, читаемое, нечто для простых обывателей. Открою секрет, это делается достаточно просто. Здесь при ссылке мы ссылаемся не просто на результат действия, а на результат действия дальше вот такая вот конструкция и такое действие, оно применимо не ко всем. Наверное, потом в материалах урока мы дадим ссылку, да, где это можно поискать, какие действия применимы к каким типам полей. Ну, теперь, чтобы у нас сработала наша ситуация, нам надо изменить сделку с 1 300 000 обратно на сумму менее миллиона. А вот прошу заметить, что предыдущая сумма сделки у нас актуализировалась. Дорогие слушатели, я ввела вас в заблуждение, я посмотрела не на ту сделку, а нашей сделке сумма не актуализировалась. А почему? А потому что мы забыли ее актуализировать в нашем бизнес-процессе. Да, случается и такое. Значит, я не посмотрела на схему алгоритма, поэтому допустила вот такую вот ошибку, не актуализировала сумму сделки. И здесь обязательно это нужно сделать. Запись актуальной суммы сделки. И вот смотрите, что получается. Я как бы инициировала некую ошибочную ситуацию, то есть у нас всегда сумма должна быть равна предыдущей сумме. Здесь у нас отличаются. Сейчас, чтобы мне иметь корректный тестовый пример, мне нужно бы искусственно поправить предыдущую сумму сделки. Ну, чтобы этого не делать руками... Запустить изменения, да и все. После изменить не скажешь, чтобы у тебя сейчас изменилось... Я хотела синициировать вот этот вот запись первичной суммы сделки, можно и таким способом. Вот, сейчас у нас данные выровнялись, мы имеем корректный пример.
Давайте теперь поменяем сделку обратно. Сумма там. Вот такая. По идее, сейчас мы никаких дополнительных сообщений получать не должны. Вот мы, собственно, их и не получили. Так, ну, а поскольку мы их не получили, на вторую ветку нам тоже надо ставить актуализацию суммы сделки. Или, а может, просто под все ветки сдвинуть ее? Можно и под все ветки, можно и так. Я думаю, что тебе нужно актуализировать ее всегда, поэтому надо... Ну, собственно, да, у меня в схеме-то так и было. То есть просто... Теперь мы делаем вот такую вот операцию. Мы просто берем вот это вот действие и из блока условий перетаскиваем его вот в этот блок. Ну, теперь вот можно, собственно, у нас все актуализировано, наша тестовая на миллион. Давайте попробуем ее проверить, значит, ради чего все это затевалось. Это все затевалось ради того, чтобы увидеть корректное уведомление сотруднику. Ну, вот давайте сейчас инициируем то, что у нас сделка опять перевалила за миллион. Вот мы получили сообщение, оно вполне себе такое человекочитаемое. Об этом будет уведомлен мой руководитель. А теперь можно посмотреть, действительно ли, правильно ли сделка посчитала руководителя. Ну и вот предыдущая сумма у нас записалась корректно. Мой руководитель вычислился корректно. Ну вот, собственно, вот, с некими там буераками, не с первого раза, но мы добились нашего корректного результата. Вопросы? Да, давай, опять же, пока ты познакомишься с списком того, что спрашивали, я поотвечаю на то, что было немножко раньше. Еще к предыдущему примеру Сергей сделает хороший комментарий, что логично вместо минус 5 в самом бизнес-процессе использовать константу. Да, да, конечно, когда вы реализовываете реальные бизнес-процессы, все числа, которые вы используете внутри, хорошо выносить в константы, которые определяются вне бизнес-процесса, чтобы потом их легко менять. Тем более, если оценка меняется в разных точках бизнес-процесса, и нужно будет менять несколько местах. Конечно, это правильный подход. Мы подробно об этом говорили на первой части курса, когда рассказывали про переменные и константы, для чего они нужны и как их вообще использовать. Николай спрашивает, как работать с параллельным ожиданием, команда и пауза. Собственно, параллельное ожидание, оно для чего? Чтобы... сделать разные ветки возможного дальнейшего развития бизнес-процесса. И управлять можно следующим образом. Первое, вручную команды. То есть, если у вас есть две команды, то, собственно, какую вы выбрали, то и, собственно, и пойдет. Пауза, собственно, это по времени. Сделать задержку или сделать на конкретное время. Собственно, там только, ну, наверное, практикой поэкспериментируйте, вы поймете, как это работает. Мы, к сожалению, в рамках вебинаров эти темы не затронули. Марина уточняет по предыдущей сумме. Это дополнительное пользовательское поле. Насколько я понимаю, да. Лина, подскажи нам. Предыдущая сумма – это доп. Поле пользовательское. Да, правильно? Это дополнительное поле. Да, хорошо. Сергей уточняет, корректно ли отработает система, если БП запускает сам директор, то есть того, у кого нет начальников. Сергей, опять же, помните, мы сейчас покажем академический пример. Потеряли начальника с помощью очень простого действия, без всяких условий. Конечно же, когда это уже не утилизированный пользователь. Да, конечно же, у отдела может не быть начальника в принципе. Может быть верхний уровень, да, это директор, у него нет начальников и так далее, и так далее. Вообще действие выбора начальника, оно имеет настройки такого уровня смотреть вверх. Оно имеет поле, что делать, если там что-то не определен, да, ну и так далее. То есть вы можете обрабатывать результат его работы, сохраняя в переменную. Результат, есть ли вообще или нет определено. Если того определено или нет, кому-то ставить. Это задача разработчика бизнес-процесса – учить все варианты, найди начальник, не найди начальник и так далее, и правильно, корректно их
реализовать все ветки. Так. Ну, я еще хочу добавить, что в действии выбор сотрудника, там вот это вот поле резервный пользователь, оно обязательное. То есть пока мы туда не впишем кого-нибудь, мы не сможем сохранить это действие. И вот туда и пишется некий сотрудник на случай того, если никого не найдено. Можно всегда иметь резервным пользователем директора или всегда иметь резервным пользователем текущего. То есть вот как-то так избегать таких ситуаций. Можно завести константу для бизнес-процесса, кто у вас будет резервный пользователь, чтобы определять его вне процесс. Вообще лучше, то есть в идеале у вас в бизнес-процессе не должно быть явно указанного ни пользователя, ни цифры, ничего. Все это должно быть вынесено за БП в константы или уметь определяться внутри, да, с помощью групп, с помощью поиска начальника, с помощью случайного пользователя, ну и так далее, и так далее. Мы, кстати, в следующем примере тоже покажем, как можно определять пользователей, хотя сами пользователи выносятся вне бизнес-процесса группы. Ну, то, что сходу смог ответить, я ответил. Инна, дашь что-нибудь ответ или пойдем дальше? Ну, идем, наверное, дальше. Идем дальше. Хорошо, переходим к следующему примеру. У нас мы уже вышли за час, поэтому мы очень быстро покажем следующий пример, постараемся и будем завершаться. Угу. Ну, вот следующий пример. У нас как раз вот тут был ряд вопросов, как выбирать нескольких руководителей, руководителей из нескольких подразделений. Следующий пример у нас как раз об этом. Значит, идея в том, чтобы раскидать лиды. Не руководители, а про пользователей. Мы не хотели будем выбирать, мы будем выбирать пользователей. Хотите, все-таки определяется, да, по цепочке. Да. Ну, в принципе, по той же схеме можно выбирать руководителей. Значит, задача обеспечить эффективную обработку лидов. Идея в чем? Что если сумма, у лида нет как таковой суммы, есть потенциальная сумма сделки. Если потенциальная сумма сделки больше миллиона, то лид попадает к ответственным из одной группы, а если лид не более чем на миллион, то анализируется его источник. Мы анализируем всего два источника для лаконичности примера. Это звонок и почту. И в зависимости от того, какой источник, у нас лид попадет к ответственному либо из группы, отвечающей на звонки, либо из группы, отвечающей на письма. Давайте посмотрим, как это вот конкретно сделано. Значит, вот у меня есть группы «Ведущие менеджеры», группа соцсети, там вот у меня сосредоточены те, кто отвечают за особо крупные сделки. Вот, ну, группа тестовая, тут вот двое пользователей, я как создатель и еще некий, значит, пользователь. Дальше есть группа «Отвечает на звонки». Там тоже, кроме меня, один тестовый пользователь и «Отвечает на письма». Здесь тоже вот один пользователь. Состав пользователей нам нужен для того, чтобы понять, корректно ли у нас обработал бизнес-процесс. Ну, давайте перейдем, собственно, к конструированию бизнес-процесса. Ну, бизнес-процесс тут у нас тоже будет, наверное, на создание лида, да? Назначение ответственного. Значит, первым блоком у нас пойдет проверка. Сумма более миллиона. Значит, что из себя у нас представляет ветка «Да»? Это возможная сумма сделки. Больше. Тогда мы ставим, здесь ищем сотрудника. Выбор ведущего менеджера, тип случайный из пользователей. А дальше вот здесь вот мы можем выбрать категорию пользователей, и сюда входят группы соцсети, ведущие менеджеры, все члены группы. Пропускать отсутствующих не надо пропускать. Вот, видите, я не заполнила свойства резервные пользователи, и меня действие не пускает, оно мне сохраниться не дает. Но резервным пользователем я поставлю себя.
Значит, мы выбрали ведущего менеджера и обязательно, значит, поменять его на ответственного за данную сделку. Значит, ответственный у нас будет результатом дополнительного нашего действия. Вот мы обработали ветку особо крупных сделок, теперь пойдемте на ветку всех остальных. Если у нас сделка не особо крупная, то нам надо проанализировать ее источник. Вот у нас есть некое списочное поле источник. Как нам понять, что источником был звонок? Ищем поле источник. Звонок. Тогда мы ту же самую конструкцию применяем выбор сотрудника. Выбор ответственного за звонки, тип случайный из пользователей, отвечающих на звонки. И резервным пользователем я ставлю непосредственно себя. И осталось обработать ветку письмо. Тогда мы выбираем ответственного за письма. Отвечает на письма. Ага, опять я забыла добавить резервного пользователя, меня опять-таки дальше не пустило мое действие. И в том, и в другом случае нам нужно того выбранного ответственного записать в лид. В этом случае мы выбираем ответственного за звонки. А в этом случае ответственного за письма. Вот если бы мы чуть-чуть усложнили бизнес-процесс и вынесли ответственного в переменные, то здесь мы бы могли писать в переменную и из двух вот этих вот блоков назначения ответственного, изменения документа, из них из двух сделать один. Но сейчас вследствие нехватки времени мы делать этого не станем. Значит, давайте посмотрим, что у нас получилось в результате. Вот у нас есть тестовый лид, полученный из письма. Давайте наш процесс попробуем синициировать на этом лиде. Кто у нас в группе отвечающих на письма? Я и некая Анна Делова. Вот, пожалуйста, у нас ответственный выбрался корректно из нашей группы. Собственно, результат достигнут. Иван, вам слово. Так, Лина, спасибо тебе большое за столько примеров, в первую очередь. Круто. Я надеюсь, что мы показали участникам очень и полезные примеры, которые могут применить и к себе, и показали возможности, самое главное, как вообще можно размышлять, что можно реализовывать. Давайте посмотрим на вопросы, которые пришли в процессе, я, в общем-то, новых, на которые прям мог бы дать ответ сходу, не видел. Сейчас посмотрим, что у нас есть еще. Так.
Владислав спрашивает, как можно реализовать выбор менеджера в зависимости от загруженности. Владислав, это супер крутой вопрос. Значит, вообще есть действие, которое выбирает у нас, готовое действие, выбирает сотрудника случайно из указанного списка, из указанной группы, да, и так далее. Это первое. Второе есть выбор по самому желанию, так скажем, с помощью действия ознакомления можно уведомить группу пользователей, что есть что-то новое, и кто из них первый взял, тот и будет делать. Да, и этот кейс тоже рабочий, мы спустим себя в компании, он, собственно, готов. Мы его демонстрировали в первой части курса, я уж не вспомню, на каком именно вебинаре, но если вы в описании курса посмотрите, вы увидите демонстрацию такого пример. И как раз-таки реализация очереди, когда, к примеру, задание ставится прям от какого-то числа уже выполненных ранее, да, и у вас есть три менеджера, которые должны обрабатывать по очереди. Все, вот каждому там из 9 заявок, каждому 3 в день должно упасть. Это организация очереди. Мы на следующем вебинаре выбираем сейчас тему для реализации собственного activity. И вот очередь один из вариантов, который мы думаем, может быть, стоит показать. Вот. Поэтому вот пока ответ в таком в формате. Так, ну, пожалуй, все, что я мог бы сходу ответить, я ответил. Инна, ты еще с нами? Алло. Да, я, конечно, еще с вами. Я поотвечала там тоже на то, что вот на те вопросы, которые могут быть обслужены прямо вот сейчас интерактивно. У меня пока все. Тогда будем завершаться. Я переключу на свой экранчик. Собственно, мы дали вам информацию по нескольким примерам. Мне кажется, они были очень полезны. Напишите, пожалуйста, нам обратную связь. Поставьте плюс-минус, скажите, более понятно, более интересно, было бы, самое главное, полезно вам. Будет интересно получить обратную связь. Плюсики, два плюсика, плюсики. Хорошо, спасибо большое, обратная связь есть. Николай Дмитрий поставил на минусик. Ага, то есть скоринг да, пошел, что, да, оценивать. Что на минусик, скажите, пожалуйста. Скоринг, отлично, спасибо, окей. Дмитрий, хорошо, говорит ДЗ. Дмитрий, во второй части вебинара мы не выдаем ДЗ в той части курса. Кто был в первой, да, мы прям после каждого вебинара давали задание, просили сделать, и даже проверяли, что же там сделали. Мы специально хотели, чтобы как можно больше людей с нуля могли научиться делать бизнес-процессы. Вторая часть, она уже такая, для прокачки. Здесь, в общем-то, ДЗ мы можем дать вам только сделайте так же. Повторите, попробуйте, придите на следующий вебинар и дайте нам обратную связь, чтобы получилось что-нибудь, чтобы было понятно, что нет. Собственно. Нет, ну можно же пофантазировать, извини, что перебила. Можно вот был вопрос про оценку по БП-скоринг. Попробуйте поиграть с дробной оценкой, попробуйте задать ее в константы. Вот такого плана ДЗ может. Да. Собственно, и краткий анонс. Еще раз то, что следующий вебинар будет посвящен программированию на PHP. Мы туда зовем в первую очередь разработчиков, ну или кому интересно посмотреть, как это вообще делается, чтобы ознакомиться, может быть, потом привлечь разработчиков для выполнения. Мы покажем, как создавать собственные действия. Вы можете расширять возможности бизнес-процессов очень широко, создавая собственные активити на тот или иной случай жизни. Собственно, тогда у нас все. После вебинара будет доступен материал. В течение нескольких дней мы делаем всем участникам рассылочку с ссылочкой, где посмотреть запись, презентацию и так далее. Спасибо вам большое, спасибо за обратную связь. Приходите, пожалуйста, на следующий вебинар, приведите ваших разработчиков, будет очень интересно. Лина, спасибо тебе большое. Пока, до следующего вебинара.